30 апреля в России отмечался День пожарной охраны. Этот год стал для службы юбилейным. Ей исполнилось 370 лет. Сегодня поговорим о пожарной части 26, базирующейся в поселке Ленево. Май – один из самых напряженных в работе пожарно-спасательной службы. В самой части зачастую только диспетчер, все остальные – на выездах. Около 12 часов дня поступил вызов в деревню Ургун. Пал сухой травы. Вся эта территория выгорела буквально за полчаса. Ветер за махом сразу даже. Мы вот тут, вот там затушили, вот сюда пошла она. Нет, там она вот за подкачки все. Бороться с огнем местные жители начали своими силами. Поняв, что не справляются, не успевают за скоростью распространения огня, вызвали пожарных. Издалека завидев машину, на душе стало спокойнее. Дальше огонь не пропустят. Поступил вызов. Деревня Ургун, горит трава, угроза распространения на близлежащие дома. Вот приехали в ближайшие дома, отбить от домов, подали сразу ствол. Отлили, но то, что уже дальнее, куда на машине подъехать нельзя, человек ушел с ранцем, вот второй ранец одели. Сейчас работают с ранцами. Ну, как бы уже основное все локализовано, угрозы уже на дома нет. Будем дотушивать. Еще довони туда, вон вниз, маленько. Дальше вниз, довони. Вот туда! Там, куда машине не подъехать и бронзбойту не достать, пожарные со специальными рюкзаками, наполненными водой, идут пешком. Борьба один на один. Выжженная земля – маленький исчезнувший мир для растительности, насекомых, птиц и зверей. Сколько времени потребуется для его восстановления, хотя бы неполного? Редкие виды растений, норы, птичьи гнезда, лесные пожары уничтожают безвозвратно. И все-таки приоритетной задачей пожарно-спасательной службы является недопущение загорания жилых домов и построек. Речь здесь идет уже о человеческих жизнях. Для быстрого реагирования во многих населенных пунктах создаются мобильные противопожарные группы. На добровольной основе и абсолютно бескорыстно люди оказывают неоценимую помощь специализированной службе. Ну, помогать надо же. Нас двое здесь, в Ургуне. Часто приходится... Ну, как загорится, так тушим. Ну, этой весной, например, сколько раз уже? Да, вот сейчас уже, как бы не соврать, уже 10 раз, наверное. Но где маленькие, это, не успевает разгораться без ветра, это, собственными силами. А когда с ветром, то уже помощь вызываем. Дымок еще виднеется, но возгорания локализованы. Миссию можно считать выполненной. Но по дороге обратно в часть диспетчер передает еще один вызов. Ленево, территория первой школы. Подъехав к объекту, пожарные обнаруживают юных помощников, пытающихся не допустить распространения огня. Когда тут все горит, то на стадионе горело. Я постоянно со своими друзьями тушу этот огонь. Уже не первый раз сегодня? Не первый раз. Много раз это было. Очень много. Да, долго горит. Почти целый день. А поджог ты не знаешь? Ну, говорят, маленькие говорят, что мальчики 13-12 лет подожгли все. Практически пустые ранцы пожарные дозаправляют водой и снова в бой. Здесь он оказался недолгим и несложным. А вот администрацию школы, скорее всего, ждет протокол за содержание территории в ненадлежащем состоянии. Прошлогодняя листва и трава здесь еще не были почищены. По возвращению на базу, освободившись от снаряжения, бойцы пожарной охраны собрались пообедать. Но не тут-то было. Снова вызов, снова в Ленево. На одной из детских площадок вовсю горит игровое сооружение из колес. Мобильной группы в поселке нет, зато есть неравнодушные жители. До приезда пожарных они из дома носят воду и заливают небольшое, но опасное яркое пламя. Повсюду сухая трава и такие же колесные поделки. Будите от огня, ядрит вашу за ногу. В
теплую, сухую, ветреную погоду редко выпадают спокойные смены. В самые беспокойные караул выезжает по вызовам около 7 раз. В образовавшееся затишье беседуем с начальником части Андреем Криничным. От него узнаем, что часть наша, 26-я, была основана 7 августа 1996 года. Сам он в должности начальника части с 2013 года. До этого ей руководили 5, но как-то не задерживались. Только он вот как-то прижился. Я пришел в пожарную охрану, да, вообще, ну, как бы сказать, и случайно, и не случайно, да. Заканчивал я Новосибирское командное речное училище имени Семена Ивановича Дежнева. И как-то раз, находившись в навигации, увидел, заходили мы в порт города Томска, увидел работу пожарного катера. Меня очень впечатлила работа, как бы, и я в дальнейшем хотел перейти на пожарный катер. То есть мне как бы понравилась работа пожарного, да, и одновременно совмещать ее с тем делом, которое я выбрал, как бы, да, это корабли. Ну, как-то судьба вот у нас совпала так, что, к сожалению, подразделение пожарной части номер 15, находящейся в городе Новосибирске, имеется в дислокации один катер. То есть набор туда очень был такой сложный. Количество народа там небольшое, 3 человека, экипаж. Ну и как бы, ну ладно, не получилось, пошел просто в пожарную охрану по защите Новосибирского патронного завода, находящегося на территории завода «Сибсельмаш», НВА, 17-я пожарная часть. С пожарного начал, да, потихонечку, помаленечку там работал. Затем предложили пойти учиться в институт, на что я согласился. Получив высшее образование, молодой специалист по распределению в 2008 году был направлен по месту жительства в 26-ю пожарную часть на должность начальника караула. Начальником всего подразделения стал через 5 лет. И несмотря на то, что основной работой является сейчас организационный процесс, Андрей Владимирович не упускает возможности выехать по вызову вместе с боевым расчетом. Да, всегда охота в бой. Также, да, несмотря на то, что уже являясь начальником подразделения, все равно ностальгия, она зовет, приедешь на пожар, все равно со всеми, с нашими бойцами, пожарными, командирами, поддерживаешь ребят также. И они смотрят на тебя и еще лучше начинают работать, видят командир, как работает, да, подразделение. Знаешь, они чем хуже, еще бой вперед. Все, как бы. Иногда приходится, конечно, организовывать самому тушение пожара, являясь руководителем тушения пожара. Ну, это что касается крупных пожаров, пожаров на предприятиях, где-то сложные, какие-то сложности, где особенно и существуют. Ну, а так, личный состав в основном грамотный, опытный, так как состоит у нас, да, в основном из пенсионеров, ну и тех молодых, то есть видят они работу пенсионеров, натаскивают молодое поколение, воспитывают. Отлично, слаженно все работают. На сегодняшний день штатная численность части составляет 36 человек. Боевой расчет состоит из 28 пожарных. Из них только 8 молодые ребята. Остальные 20 достигли пенсионного возраста, но продолжают нести службу. Вообще я уже работал здесь, но я еще работал в погонах до пенсии. Сейчас я уже на пенсии. Ну, поскольку, ну как, не хватает людей. Вот работаем. Техника тоже такая же, как и я, старенькая. Ну ничего, можно еще работать. Ну как пришел? Работать-то где-то кому-то надо. Вот тоже. Пока могу, работаю. Работаю в своей части. Работал уже здесь. А держит-то что? Не только же. Мы же знаем, что зарплата. Зарплата маленькая. Ну, ладно, что немножко пенсии есть. Еще вот зарплата, конечно, желательно больше, потому что в самом деле, ну, работа-то сложная, тяжелая, а зарплата, да, маловато. Ну,
тут уже решают выше, что я тут могу сказать. Романтика профессии и коллектив – вот что держит на месте по-настоящему преданных своему делу людей. Да, сейчас нелегкие времена, и сотрудников не хватает, и техника старая, и помещение части давно нуждается в ремонте. Но ведь было и по-другому, лучше, и верят люди, надеются, что будет еще все хорошо. Вообще 26-я часть, ну как, такая боевая. Она и раньше спортивная здорово была. Призовые места занимали и по гарнизону, и вообще по области всегда были хорошие места. Ну, спортивные ребята, здоровые. Что еще сказать? Вы как пришли сразу сюда, в 26-ю, так и проработали? Ну, я еще начинал работать в 87-м году, в прошлом веке, в 26-й. Да, в эту часть я пришел. Потом в ней на пенсию ушел с этой же части. Это всю жизнь получается? Не, ну почему всю жизнь? Я до этого работал, ну, на гражданке, скажем так, много. Потом пришел, ну я пришел поздненько в часть. Уже как бы потом на пенсию ушел по половине. Половина гражданского стажа, половина была военного стажа. Ну вот с выслуги. Ну потом вот там поработал, где это... Теперь вот назад пришел, работаю тут. Так вот. Ну, сейчас там на том объекте, ну вот в деревне подходили ребятишки, спрашивали, что как устроиться. Ну они еще в армию собираются пойти. Ну отслужат. Я говорю, отслужите, приходите, найдете. К любой машине подойдете пожарной, спросите, подскажут куда и как. Один водителем спросил, говорю, ну тем более надо. Ну, тем более, если молодые после армии с погонами будут, зарплата будет побольше. Может, за 20 с лишним года что-то изменится в лучшую сторону. Благородство, отвага, риск – это профессия пожарного. Владимир Владимирович Зырянов в ней уже более 20 лет. До пенсии служил в Бежской аттестованной части. По официальному выходу на пенсию перевелся в Леневскую, 26-ю часть, вольно-наемным. Так и получилось, что большую часть жизни он был и остается огнеборцем. В пожарной охране вообще случайных людей нет. Все, кто пришел, или он уволился в первые прямо буквально 2-3 года, а может и после первого пожара. А те, кто прикипели, те работают до конца. Уже и на пенсии, у нас в части много, это самое, кто вышли на пенсию и работают, вот по вольному найму продолжают работать. Ну это уже это как бы в крови. Все-таки когда хорошо потушенный пожар, когда удалось действительно кого-то спасти, помочь, конечно, эмоционально стресс в любом случае большой, вот приезжаете, горит дом, люди это годами наживали. У них в любом случае горе там обожглись, пострадали, не пострадали, погибли, не погибли. Он, все, что было нажито, оно все сгорает. Все равно этот стресс передается и на нас. Ну, а если не мы, то кто тогда? Успеть вовремя прийти на помощь, услышать тихое человеческое спасибо. В такие моменты пожарные осознают, что выбрали когда-то ту профессию. И хотелось бы сказать слова благодарности. Огромное спасибо те, кто стоял у истоков образования данной пожарной части. Именно третьего отряда, организации третьего отряда, да, это пожарной охраны по Искитимскому району. Ну и непосредственно вот часть, где мы теперь все работаем, несем службу, спасая, защищая людей, граждан, имущество. Также хотелось пожелать им огромного сибирского здоровья, крепкого, железного. Их, так сказать, тылу, семьям, которые поддерживали их все эти годы. Ну и те, кто до сих пор несет службу, хотелось бы сказать слова благодарности. Огромное спасибо. Низкий поклон, так как люди на энтузиазме, можно сказать, приходят на работу, делают свое дело, рискуя своей жизнью, можно сказать, каждый день. Сказать им огромное спасибо, пожелать здоровья, удачи, успехов и добра.